Всем хоба, с вами Вова. Сегодня мы поиграем в такую игру, как Мама за Хоррор Гейм. Здесь нам надо собрать 5 коробочек и сложить в эти коробочки кусочек тортика. И, конечно, забежать из этой школы. Или что это там, дом, что ли? Короче, нажимаем продолжить. My English is so perfect. Или so shit. Загрузка, загрузка. Вот, продолжить. Так. Двадцать четыре, 13. Это, наверное, какой-то код. Что это? Так, здесь нужен какой-то ключик. Создатель этой игры, по-моему, это ютубер Винди31. Такой известный, как еще Хасид, Виндя и Теоретик. Понятно. Я просто хотел открыть дверь. Ну ладно. У них в столовой что, компьютер? Сразу видно, американская школа. Неплохой гравити. Достаточно любопытно. Видно, кто-то хотел сделать торт. Да, тут все такое розовое. Опа, ножик. Ну, теперь я вооружен и опасен. Так, здесь какой-то цветок. Из Undertale. Достаточно жутковато. Головоломки. Я слышу ее шаги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нет. Блин. Так, где мы? Стоп, что? Я нажал на кнопку сдаться. Я думал, типа, игра начнется с начала, о нет. Я свой ножик уронил. Так, код на месте? Да, и он не поменялся. Так, я слышу ее шаги. Такое ощущение, что она мокрая. Так, я шагов больше не слышу.
Блин, а? Ладно, второй шанс. Нет, 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 нет. Что это, концовка? Странно это все. Как я понял, мы играем за какую-то куклу. Это управление как в Грейне. Это очень странно. Так, я шаги не слышу. А вот слышу. Блин, жаль, на эту игру нет читов. Было бы весело. Такс. Блин, я нож забыл взять. Вот коробка. Так, у нас уже есть одна коробка. Нет. Фух. Я не понимаю, что мне с этим кодом делать. Столько вопросов и так мало ответов. Такс. Мне кажется, ли я не туда иду? Ладно, спрячемся. Фух. Так вовремя прячусь. Надо будет сделать теорию по этой игре. Будет неплохим завершением этой игры. Точнее, инди-хоррора. Что ж, ребят, на этом все. Сегодня мы поиграли в игру Мама за Horror Game. Это игра от
ютубера Винди31. Я ее не допрошел, но у меня уже как бы уже есть одна коробка. Как я слышал, то что в этой игре из-за багов можно пройти благодаря двум коробкам. Если повезет, то даже благодаря одной. Мне только ключ найти, но только я не знаю, где он. На этом все, ребят. С вами был Вова. Всем пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи.